До празднования Дня Победы остается меньше месяца. Чтобы сделать подарок участникам Великой Отечественной войны, ученики 47-й Самарской школы решили навести порядок на площадке рядом с Домом ветеранов. Мы ежедневно ходим по этим дорогам, через эти участки, и ты чувствуешь, что причастен и ты к тому, что так чисто у нас в городе. Это очень нужно, потому что сейчас некому это, соответственно, делать, и чтобы улицы были почище, мы должны это делать. На уборку школьники выходят каждый год. В первую очередь наводят порядок у здания школы, потом на соседних улицах. Педагоги уверены, общественный труд на свежем воздухе полезен и в воспитательном плане. Когда они сами будут убираться, естественно, они будут меньше сорить. Вот. Поэтому я думаю, это очень важно для детей, и не только для детей, и для взрослых людей, которые проживают в этом городе. Ученики 47-й Самарской школы продолжат проводить генеральные уборки в районе вплоть до 9 мая. В следующий раз они уберут территорию возле дома, где жил герой Советского Союза Иван Дмитриевич Ванечкин. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.